Привет! В этом видео я хочу рассказать, как решить проблему, если у вас Windows Media не воспроизводит видео, либо если у вас выскакивает при воспроизведении видео такая ошибка: не удалось воспроизвести, выберите что-нибудь другое для воспроизведения, формат элемента не поддерживается, и вот такая вот ошибка 0xc 101.0.1.0.3. Для этого мы зайдем в параметры. Выберем обновление и безопасность. И далее выбираем слева устранение неполадок. Левая кнопка мыши, заходим. Прокручиваем вниз. И выбираем воспроизведение видео. Запустить средство устранения неполадок. Левая кнопка мыши. И ждем, пока Windows попытается найти какие-нибудь проблемы. Из этих трех пунктов выбираем, что подходит больше всего. Выбираем первый пункт. И в моем случае у меня нет проблем с произведением, поэтому модуль устранения неполадок не выявил. Если у вас что-то есть, то следуем, какая-то проблема Windows выявил, значит следуем по инструкции. Может, нужно будет скачать какой-то драйвер, либо что-то переустановить. В моем случае ошибок нет. Если у вас также ошибок нет, а проблема осталась, можно попробовать после этого поиска зайти еще раз. Параметры. Заходим в то же самое меню «Обновление и безопасность», «Устранение неполадок», прокручиваем вниз, находим «Воспроизведение видео», «Запустить средства» и нажимаем «Я хочу продолжить работу». И дальше Windows более углубленно ищет. Вот, нашел некоторую проблему, нажимаем «Далее». Предлагает установить кодек. Далее. И здесь результат. Модулем устранения неполадок внесены изменения в систему. И здесь он показывает, какие возможные проблемы. Далее, если это соответствует вашей проблеме, можно скачать кодек и установить. Либо, если что-то предлагаем другое, то выполнить соответствующие действия. На этом все. После этого можно закрыть и проверить, работает ли на данный момент воспроизведение видео.